Всем привет, мои золотые! Новые сервера Lineage 2 EVO с каждым днем цветут все сильнее и сильнее, принося нам гору контента. И это значит, что самое время поделиться с вами пачкой очередных достижений. Долго я не хотел бы тут самого себя облизывать, и давайте просто сходу перейдем к содержанию. В этом выпуске отбиваемся вместе с Вайдом и Лайфпейном от залетов отрядов старика, бустим нашего нового питомца, чтобы он был достойным дополнением основного персонажа, терпим первое поражение в схватке за рейдовых боссов, но только для того, чтобы взять реванш. Все ближе и ближе подбираемся к тому, чтобы фармить боссов 90 уровня, вытаскиваем гору опыта из подземелья грез, оцениваем, насколько можно разогнать защиту на танке, фармим много эпиков, отбиваясь от варов, бустим персонажа предметами ствен, распределяем первый клановый банк и, конечно же, отправляемся на Олимпиаду. Кстати, в конце ролика будет интересный анонс. Не советую его пропускать. Добро пожаловать в Lineage 2 Essence. Не завись от других. Играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд. Включи автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены. И теперь в открытом мире отвоюй их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Lineage 2 Essence на 4Game. Прежде чем стартанет ролик, ребят, у меня есть два важных объявления. Во-первых, не забудь начать игру по ссылке в описании, чтобы забрать все возможные связанные с этим бонусы. Это очень важно для любого новичка. Ну а во-вторых, если вдруг решил вступить в ряды нашего клана, подробная инструкция, как это сделать и что для этого нужно, висит у меня в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Очередной день игры стартовал с того, что мы собрались зафармить ежедневно РБ, перед чем нужно было, естественно, подраться с вайдовскими ребятами и поделить все это дело. Но в какой-то момент начали залетать, соответственно, мужчины со стороны старика, и мы, согласно договору, просто объединились, чтобы закрыть возможность для них утащить у нас каких-то боссов. Далее просто разделили людей, чтобы забрать еще и лес зеркал, и спокойно все зачистили, иногда отбиваясь от тех врагов, которые пытались ворваться и навязать драку. Далее я прикупил на клановом аукционе книжечку для эволюции питомца, чтобы немного его усилить и стоять на пасеке уже более-менее адекватно, поднял еще пару уровней пету, превратил его и отправился на кач. Немного позанимался развитием своего второго окна и прогнал его по квестам, которые в ДВ на выходных выполняются сильно быстрее, чем обычно. Когда он получил пару уровней, встал вместе на кач башни Эльмарадена и, как оказалось, даже твиночек дух, в принципе, очень неплохо может помочь моей основе в этих местах. Следующим этапом была прокачка твинов для того, чтобы скинуть буст за прохождение обучения на основу, и первым я прогнал гнома, так как оружие и броня, которую ему выдают, нужны моему пету, чтобы поменьше откисать от мобов и поактивнее набирать новые уровни. Далее ждало очередное PvP, и тут уже было сильно интереснее, чем обычно. Дело в том, что несмотря на мои напоминания о силе ребят из кланов Лайфа и Вайда, наш альянс успел расслабиться. Как правило, мы побеждали их без особых усилий, и, конечно, в какой-то момент это обернулось для нас проигрышем. Люди плохо контролили своих персонажей, рейд-лидер не особо давал какие-то четкие команды, и мы ворвались совсем неэффективно. Будучи танком, я постарался пожить в передних рядах, впитал какое-то там количество урона, поражал все свои УД, дал пару стяжек и оглушений, но меня просто вынесли. Далее меня также пару раз вынесли после перезалета на портспот, и в конце мы, конечно, сгруппировались на месте, куда прилетаем из города, но файт нужно было выиграть на месте начало замеса, а не в этом месте, и поэтому мы, закономерно пожелав друг другу хорошего вечера, отправились фармить РБ. Интересная штука, кстати, подземелье грез. Мы вошли туда с парой работяг, и я по опыту с Эссенса стремился сразу отправиться к РБ, особо ничего не защищая, однако ребята указали мне на приятнейший опыт в этой локации, и по итогу мы не только вкачали мне новые 10%, да, а я, между прочим, за целую ночь кача и то сильно меньше вкачивал. Короче, это по меркам
Евы прям очень много. И, кстати, еще успели забрать местного РБ, из-за чего я не только скинул в магазин ботинки величия, но также накрутил себе кристалл души в броню. Вечером мы, кстати, попробовали забрать рейдового босса для 90-х уровней. Это уже была не первая наша попытка. Но ввиду того, что люди потихонечку все же делают себе буст, мы решили сделать это еще разок. Даже меня на танке этот РБ всегда убивал с одного удара, и, конечно, в целом все прям очень трудно проходило. В какой-то момент РБ еще и впал в ярость, сильно уменьшив по себе урон. Но мы не сдавались, колупали и все же смогли его победить. И интересная особенность также еще в том, что весь этот фарм один из моих клан-лидеров пытался мне объяснить, что якобы РБ нужно водить по какому-то там квадрату, из-за чего РБ якобы будет проще зафармить. И под конец я до того сгорел на эту фигню, что прям начал тоже кричать на него. 5000 рублей! Я все это сейчас записывал. Я тебе скидываю. Если ты там найдешь свой ебаный квадрат, блять, я тебе отдам 5000 рублей. Если нет, то ты мне отдашь 5000 рублей. Согласен? Сходишь за человеком и не даёт удара. Все, я понял твой ответ. Пожалуйста, вообще никогда мне ничего про свой квадрат не говори. Спасибо. И тут я хотел бы вас с Легонца призвать в комментарии и рассказать мне про эти квадраты. Сережа прям убеждал меня, что про это он прям все в линейке знают. Расскажите, пожалуйста, в комментариях за эти квадраты. Неужели я действительно чего-то не понимаю? Еще, кстати, можете заценить потенциал разгона защиты у танка. Я специально в тестовом режиме решил прожать прям вот все свои УД. И, как оказалось, да, может на некоторое время поднимать свой деф аж до отметки более чем 18 тысяч физзащиты. Да, я буду с таким бустом как бы всего лишь там порядка 10 секунд, но в этот момент меня вообще будет не пробить. Кроме того, можно использовать их по очереди и быть реально очень крепкой единицей на поле боя. Не будем забывать, что благодаря вот такой вот пассивке, кстати, я на этот промежуток могу еще и 750 единичек физатаки получить. И камни жизни я тоже, кстати, потыкал в этот вечер. В пушку получилось что-то невнятное, а вот в щит мне, кроме прочего, еще досталось целых 600 ЦП, что, ну, в принципе, для танка, как по мне, будет вполне приемлемой вещью. В тренировочном подземелье еще, кстати, если включать и стяжку, и вот эту вот атаку по области, очень даже приятно, кстати, по качу получается. В воскресенье утро началось с того, что мы опять собрались побиться против Лайфа и Вайда, но неожиданно появились ребята от старика и прям вот, ну, просто в наглую вцепились в РБ, забрав его себе просто по урону. После этого весь наш союз опять разошелся, чтобы по максимуму забирать и здешних РБ, и тех, что стоят в лесу зеркал. Но несмотря на наши старания, старик все же смог забрать себе чуть ли не половину от всего пула боссов. Ребята прям реально играли максимально страстно и эффективно, даже сам старик прыгал прям на меня 3 раза, ну, вообще не давая расслабиться и вынуждая отвлекаться. Хорошо, что я был в компании союзников и более-менее удавалось давать отпор. В конце, кстати, он все же добил меня в какой-то момент, ну, с 4-й попытки, но, тем не менее, добил, да. Ну, использовал Мелиссу как бы еще тоже при этом, но все же добил. С этим спорить невозможно. По итогу мы, конечно, свой дроп не упустили, но необходимо понимать, что у нас есть достойные соперники, которые, по сути дела, вынуждают брать их в расчет и усиленно нас тренируют. В любом случае, спасибо старику за фан, и я очень надеюсь, мы еще пободаемся. Далее в середине дня удалось довольно оперативно забрать Арфена, пока никто не опомнился, и тут же отправимся на Биора, с которого, кстати, выпал приятный скилл на Кукабару, плюс мы еще, конечно, пару петов с этого ивента тоже себе забрали. Далее ждала королева муравьев, и тут нам тоже пришлось попотеть, ведь старик пришел на нее раньше и, по сути, успел собрать неплохую команду под это дело. Нас было ощутимо больше, и дело еще в том, что, кстати, сама королева муравьев очень больно бьет по площади, и нам, в общем, пришлось делиться на 2 группы. Одна часть нашего канала убивала эпика, а другая старалась не подпускать врагов. Кстати, в виде дропа упал символ величия, и это относительно ценный итем на Еве, так что старания в целом были оправданы. Вечерком решили сходить на ПВП против Вайда и Пейна. Напомню, что после того нашего поражения у нас не особо было возможности взять какой-то реванш,
наш из-за того, что вары постоянно прилетали. Но, тем не менее, мы с Ромой провели ребятам небольшой инструктаж, действовали довольно-таки грамотно, особо не разбегались, следили за флангами, и быстро стало понятно, что преимущество в силе все еще на нашей стороне. Оппоненты еще немного поврывались с портспота, но, конечно, это уже было безрезультатно. Можно сказать теперь спасибо за PvP и отправиться забирать своих вкусных боссиков, наблюдая за тем, не ворвутся ли в кого-то из нас вары, чтобы, если что, прийти на помощь. Между ивентами я еще занимался прокачкой твинов, и самое время посмотреть, какие в этом плане у нас тут есть успехи. Первое достижение — это подвеска. И не просто подвеска, а подвеска прям вот третьего уровня. По сравнению со второй, которая у меня была до этого, мы тут сильно больше видим защиты, а также приятный повышенный бонус к прокачке персонажа и урону. Не буду расписывать прям всю заточку, как это делают некоторые душные блогеры, да. Вкратце, кроме подвески, также удалось немножко качнуть агатионов, но самое главное, что я мог сделать, это пояс дракона на плюс 5, который именно с этой заточки теперь будет давать крайне приятный бонус к зельям восстановления здоровья. Также упомяну, что мы сходили на защиту реликвии Герана, где идет много опыта, и бустанули пассивный скилл на увеличение лечилок, который вместе с новым поясом будет давать прям очень много отхила. Ближе к вечеру отправляемся на РБ в садах Евы, но он, к сожалению, переходит в ту форму, где его труднее всего убивать, и в итоге, поколупав его, ну, минут 15, мы решили все же прерваться и пойти зафармить другого РБ в соседних садах. Дело в том, что эта сумасшедшая ящерица кидает по нам фир, и убегая от этого фира, ребята утаскивают босса слишком далеко, он в итоге перемещается на точку своего респа, полностью восстанавливая здоровье. К счастью, мы вовремя сориентировались и начали держать его вот в правильном месте, так что в итоге все удалось зафармить, все было окей, но в следующие вечера мы его просто скипали и не убивали, потому что, ну, бьем, честно говоря, слишком долго, и пока что это просто не профитно. После мероприятий сразу можно посетить невероятную временную зону, которая теперь у меня 80 уровня. Кроме того, что я тут неплохо качаюсь сам, с местных боссов можно еще очень сильно прокачивать питомцы, и учтите, что это реально прям, ну, крутой, в общем, буст для вашего пета. Далее принимаем в ряды нового члена клана и попутно забираем часть клановых денег, которые распределил бухгалтер. Всего мы распределили чуть более 4 миллиардов адены. Конкретно моя доля чуть меньше сотни миллионов, и эти деньги я, ну, прям сходу довольно бездарно трачу на попытки заточить кристаллы души в броню, потому что мне показалось, что они зайдут довольно легко. Первые 50 миллионов просто моментально вылетают в трубу, а остальные деньги я трачу, чтобы сделать камни хотя бы там, ну, 3-4 уровня. Синтезируем подвеску пета на 2 уровень, и на следующий день опять идем по рейд-боссам в союзе с ребятами Вайда и Лайфпейна. В этот раз мы тоже не дрались, так как была опасность залета стариковских ребят, и, как выяснилось, под конец фарма подозрения были обоснованы. Вары действительно начали врываться, но мы просто чуть разошлись и ловко вытаскивали их по одному с помощью Next Target, пока, ну, а вся остальная часть командного канала добивала РБ. Делаем себе третий опал с помощью камней из календаря подарков и на вторжении слегка подкачиваем танка с помощью духа. Вечером идем на 90 РБ, но, к сожалению, мы пока маловаты, чтобы забирать его действительно эффективно. Я более-менее могу его танковать, да, держать на себе, водить, но он иногда просто срывается и очень больно шотает наших малюток. В понедельник стартанул долгожданная Олимпиада, ну да, не без косяков, на 15 минут раньше, чем должна была, но стартанула. Первый бой я провел относительно неплохо, просто контролем вражеских духов и под УД аккуратно их забиваем. Второй бой был уже потруднее. Моя команда сливается, пока я забираю вражеского храмовника, и в итоге остаюсь один против духа и хавка. Они контролят меня рутом, но я пока что имею пару УД в запасе, и вместе с бычком более-менее могу переживать урон. Духа удается притянуть и добить пары сильных ударов, и я остаюсь с хавком один на один. Далее просто остается его забить, не выпуская с дебафов и контроля. Следующие два боя тоже
тоже довольно простые, а вот в последнем я, к сожалению, просто забыл в самом начале прожать УД. Не ожидая, кстати, совершенно, что будут бить именно меня в первую очередь. Команда тоже ничего смогла, и в итоге это 4 победы из 5. Второй день боев на Олимпе, и тут уже я более-менее правильно начинаю бой с массовой стяжки и стана по области. Добавляем сюда массовый агр, и в принципе бои заканчиваются довольно просто в случаях, если моя команда более-менее вменяема. Я все же танк, и самому весь дамаг внести мне просто трудновато. Закрыть день можно человым фармом РБ и выбить даже очередное кольцо королевы муравьев, чтобы кинуть на клановый аукцион. И на этом у нас сегодня все, разве что остается дать небольшой тизер следующей серии.